Мишелу Темеру грозит импичмент. Не успел утихнуть коррупционный скандал с нефтяной компанией «Петробрас», за которым последовала отставка предыдущего главы Бразилии Дилмы Русеф, как нового президента обвинили в попытке подкупа. В среду бразильская газета «Глоба» опубликовала заявление, что в ее распоряжении находится компрометирующая видеозапись. Якобы на ней Мишел Темер дает распоряжение заплатить за молчание около 600 тысяч евро экс-спикеру Нижней палаты парламента Эдуардо Куньи. Именно он был инициатором импичмента Дилмы Русеф в декабре 2015 года, а позже сам Куньи стал фигурантом коррупционного дела. В марте 2016 года был приговорен к 15 годам тюрьмы за взяточничество. Публикация «Глоба» произвела эффект разорвавшейся бомбы. На улицы крупных бразильских городов вышли сотни манифестантов с лозунгом «Темер, уходи». Одно из самых коррумпированных и непопулярных правительств в истории нашей страны будет свергнуто. Люди покинут улицы только тогда, когда правительство уйдет вместе со своими реформами. К отставке президента и проведению досрочных выборов призывает не только оппозиция, но и его однопартийцы. Сам Мишел Темер отвергает все обвинения.